серф. Подвезли такие в аквапарк. И не знаем, что делать. Ладно, пойдем. Здесь можно дистанцию проплыть. Олимпийский бассейн, прям целево. Да. Какая глубина-то у него? 114. Ой, это как раз для моего ростика. И речка. О, смотри, твой попкорн. Попкорн! Вроде вон детская закрыта, она сказала. Ага. Эх, детская моя. Вон какая-то. Вон с русками идут. Вот здесь волны искусственные будут. Обычно, говорит, 120 волн. И что-то 120, короче. Ладно, придем сюда, когда волны будут. Где бы можно арендовать? Включайте волны. О, самое важное. Жилет. Они нас повсюду теперь преследуют. Так. Вот. Ножки в водичке помочить. Да, помыть. Это флоурайдер, это по потоку, он слева. А медленная река справа. Угу. Сейчас обойдем. И начнем веселиться. Внимание, внимание! На территорию парка зашла красоточка в кокосиках и в розовом купальнике. Ой. А, вот что такое этот флоурайдер. Подожди, а где выход из этих горок? Я хочу посмотреть, как отсюда люди падают. А вот так она идет. А будет она работать, интересно? Может, если попросишь? Может, это я хотел, ну, когда у меня в офисе обед. Обед! У нас был такой сытный обед. Так, вот какая-то горка. Вот она идет, идет, идет. А вода в ней почему-то не шумит. Так должно быть? Это не только горка, это еще и скраб. Дети бегают довольны. Да. Не то, что китайцы на водопаде. В Макдональдсе можно было покушать. Куда, говорит? Куда? О, река. Я буду кверху пузиком лежать на этой речке. Все, вся моя активность за сегодня. Вот она. Так, давайте. Бубульки вот, делайте. Вот, вот, эти горки. С водичкой они. Да. Это туда наверх нужно подняться, да, для этих да. Горок? Вода текет только по крайним, по красной и по желтой. Ну, видимо, не так много народу сегодня. И... Это, получается, один заворот делает красно, синее, зелено, желтое. А вот эти прям вим-вим-вим-вим. Так. Так, речка, пойдем посмотрим речку. И уже нужно куда-то... Приземляться уже нужно. Думаю, где-то где бросить тапки, да? Да. Вот здесь течением тебя несет, несет, несет. На кружочки. Кверху пузика. Иди.
Насколько она длинная? Такой кружочек. Я это не вижу, а? Такой кружочек? Ну, блядь. А, ну, допустим, вот такая. Релаксируюсь. Да. Потом завтра буду с красной мордашкой. И пузиком. И пузиком. Вот здесь тебя охлаждает. О-о-о. Это по-нашему. Да, водопадик, к которому не нужно спускаться. Отличный водопадик. Угу. Вообще отлично. Нет. А там баранчики там какие-то выступают. Что, для детей? Рин-дин-дин-дин. Да, вряд ли я влезу. Кранчик, чтобы ножки помыть. Ну, вроде все, обошли. Пойдем мы уже наслаждаться жизнью и набираться сил. Блин, какие они? Окей. Сейчас. Сейчас. Вот я как не рах. Так. Так. Так, если интер. Топчик. А тебя не доехал? Ягоньки. Ну как? Я половину не видел. Thank you.
Я тебя увезу! Тундру! Норвежский бог, а мексиканская музыка в Индонезии. Thank you.